На подъезде к православному лагерю «Шанс» я везде вижу вывески Боко-Котовская затока. Оказывается, тут очень серьезное место. И, кстати, по дороге я взял с собой маму. Она сказала: «Сынок, как ты без меня куда-то поедешь?» Поэтому мы уже подъезжаем и скоро встретим наших отдохнувших детей и узнаем, как все прошло. Так это наши, да? Здорово! Итак, коллектив «Клубничка», который победил на Соборной площади поездку в православный лагерь «Шанс», сегодня официально объявляет, что здесь произошло за две недели. Меня Шевчин за голову укусил. Не знаю, я кружку выиграл, ну не выиграл, а за «Шансы». Тут дуже класно, я бы хотел бы еще раз, тут коллектив, можно побачить, купаться и так там не дуже. Побачить. И побачить можно, все хорошо, я бы себя Мне бы очень понравилось, тут очень классно, весело, тут были разные игры, разные концерты, разные песни, все тут было. У нас была возможность поучаствовать в разных конкурсах, в разных соревнованиях, мы нашли кучу новых друзей и нам очень сподобалось. Я очень хочу сюда еще раз вернуться, мне тут очень понравилось. Я очень ждала маму, но мама не смогла приехать. Я хочу еще раз сюда приехать. Вместо мамы я. Мне все понравилось тут. Понял. Мне тоже все понравилось. Так, ну а сейчас мы пришли в актовый зал. Тут будет мероприятие. Люди узнали, что этот лагерь существует и привезли. І під дахом з павуками. А тут дерева шелестять. Второй сезон православного лагеря «Шанс» делают общую фотографию и поет прекрасную эту песню.
куча сльоз сьогодні була у наших дітей, клубнички нашого гурта, який побідив в життєрадісних конкурсах на Соборній площаді, приїхав в православний лагер «Шанс». Посмотрите, яка красота їх тут встретила. І щось наповнило їх душі за дві неділі чим-то таким особливим, що діти не хочуть розставатися, тому що вони знайшли тут своїх друзів, вони знайшли класних піонер-вожатих, которых чему-то научили. Это особенное такое место, особые обстоятельства, которые остаются на всю жизнь. Что-то теплое, то, что невозможно в дома в суете передать детям. И я очень счастлив, что благодаря вам, уважаемые братья и сестры, у меня есть возможность организовывать такие вещи. 70 тысяч гривен почти вышла вся эта поездка с доставкой, с едой, с проживанием здесь. Но дети заслужили этого. Я надеюсь, что Соборная площадь еще с нашими батюшками Преображенского собора проведет немало таких мероприятий. Ну, а вы поучаствуйте, поможете мне это все организовать. С вами был жизнерадостный Диак. Мы отправляемся дальше домой, потому что до комендантского часа надо, как то кажут, успеть. Я чуть в цю не зайшов, кропиву, йо-моє.